Добрый вечер, друзья. Интересную заметочку я прочитал сегодня на немецкой волне, на веб-сайте немецкой волны, Deutsche Welle, о том, что европейские законодатели говорят, что надо бы отменить безвизовый въезд в Европу для граждан Соединенных Штатов Америки. Почему так? Потому что есть 5 стран Шенгена, которые, а может быть, это не связано с Шенгеном, а просто с Евросоюзом, наверное, с Евросоюзом, там по тексту не было Шенгена, а именно Евросоюз. Есть 5 стран Евросоюза, для которых существует визовый режим в Соединенных Штатах. Это Болгария, это Польша, Хорватия, Кипр и Румыния. Вот мы как запомнил, и Румыния. То есть вот за исключением Кипра, вот как бы остальные это страны бывшего советского блока. Вот. Почему Соединенные Штаты имеют для них визовый режим, я могу тут только догадываться, потому что безвизовый режим, независимо от того, что эта страна там в Евросоюзе или, как скажем, Япония, сама по себе Япония, безвизовый режим вводился тогда, когда не было нарушения визового режима, то есть, скажем так, злоупотреблений было мало. Наверное, я предполагаю, это мои спекуляции, как бы, что, может быть, люди, приезжающие в Соединенные Штаты из Румынии, Кипра или там Польши, не очень сильно возвращаются обратно, а им нравится в Соединенных Штатах, и они там вот там как-то сильно задерживаются. Не исключено. То есть политического убежища им там не получить в силу того, что как бы они, ну, вроде из приличных стран, там никого не обижают. Но, может быть, просто в нелегальном таком положении сидят, я не знаю, что они тут делают. Это мое такое предположение. Потому что если бы не это, то там давно бы с ними были уже, был бы безвизовый режим без того, чтобы смотреть на то, они в Евросоюзе или нет. Но вот инициатива такая, говорят, чего это Америка вот не пускает, значит, надо им тогда ввести вот такой режим. Говорят законодатели. И я даже не знаю, насколько это серьезно. Мне это немножко забавным кажется, потому что, конечно, можно ввести визовый режим, но тогда Соединенным Штатам придется ввести визовый режим и с другими странами тоже. Вот, допустим, ну, я не знаю, там, да, из Франции, из Германии, там, и так далее. Может быть, им так не захочется уже прямо вот так. Есть много стран, куда из Соединенных Штатов можно приехать, но не наоборот. Ну, скажем, вот та же Украина, например, да, то есть можно спокойно поехать. Или, я думаю, что и Израиль тоже, да, там есть визовый режим, но с американским паспортом в Израиль можно ехать, но не наоборот. Вот, и поэтому даже не знаю, что тут сказать. Но тут как бы братва заступается. И то ли это просто вот, ну, как у нас сейчас в Белом доме тоже скажут что-нибудь и как бы куром насмех. А может, действительно, что-то такое они. Ну, в общем, такой курьез. Я пока это воспринимаю как курьез, но люди беспокоятся, потому что вот пишут, там есть сообщение, что люди, там, американцы планируют какие-то путешествия на лето, знаете, как заранее на билеты, там, путевки, там, все дела. И говорят, так что же это, визу что ли получать или без визы, вообще как планировать, то есть некоторые занервничали. Вот такая интересная информация, ответа на вопрос, как дальше будет, нету. Да, то есть вот новости есть, люди нервничают, а что дальше будет, я не знаю. Я лично не нервничаю никуда, в Европу не собираюсь, вот, а вы уже как хотите. Вот такая новость, счастливо.